Приветствую вас, дорогие мои подписчики! На связи с вами снова Куликов Сергей из сайта «Фокусы от моряка». В этом видео я приготовил для вас очередной несложный флориш, называется он «Милюфилле». Предлагаю перейти, посмотреть и, конечно же, научиться ему. Что ж, друзья, давайте посмотрим, как выглядит этот флориш, который называется «Милюфилле». Смотрим. Еще раз. И еще разок. Ну и еще разочек. Вот такой вот простенький флориш, друзья мои. Если вам он понравился, то прямо сейчас подписывайтесь на канал. Обязательно лайкайте и комментируйте видео, чтобы участвовать в конкурсе и выиграть приз. Ну а мы теперь перейдем, как обычно, и научимся выполнять этот, собственно, несложный флориш. Окей, друзья, давайте научимся делать флориш, который называется «Милюфилле». Итак, для того, чтобы выполнить этот флориш, захватываем колоду в левую руку. Обратите внимание, как у меня находятся пальцы. После чего сверху колоды я отщипываю примерно 1/4 часть. Примерно 1/4 часть. И что происходит? Она у меня подпирается снизу мизинцем. Я упираюсь в эту 1/4 часть подушечкой большого пальца правой руки. Эта часть у меня упирается в подушечку левой руки. То есть она у меня вот так вот приподнимается, да? То есть вот таким вот образом я ее могу подвигать. Далее. Средним пальцем правой руки я упираюсь в уголочек, вот сюда, в район уголка этой части. И вот так вот ее проворачиваю. Проворачиваю, захватываю указательным пальцем правой руки. И подгибая средний палец, я возвращаю эту колоду вот таким вот образом. То есть у меня сейчас карты держат вот так вот пальцы. Большой и указательный. После чего я выдвигаю указательным пальцем нижнюю карту. Вот эту вот нижнюю карту. Десятку, да, нижнюю карту. То есть я выдвигаю ее вот так вот наверх. Выдвигаю наверх. И вот до таких пор прям выдвигаю. То есть она у меня сейчас смотрит вот так вот. То есть обратите внимание, у меня большой и указательный держат эту карту. А средний снизу держит вот эту стопку. Так, давайте еще раз. Значит, 1/4 отлеснули, подушечками больших пальцев уперлись в углы. Далее, средним пальцем я упираюсь вот сюда, в район уголка, и проворачиваю, захватываю указательным пальцем, средний подгибаю и возвращаю эту часть вот сюда наверх над колодой. Далее, указательным пальцем я выдвигаю нижнюю карту этой стопочки наверх. Далее я упираюсь с безымянным пальцем вот таким вот образом наверх, да, то есть получается, что у меня колода сейчас держится вот таким вот образом. То есть я уперся и начинаю крутить ее в обратную сторону, а эту карту я также держу в руках. То есть я прокрутил в обратную сторону. Теперь я верхнюю карту, используя безымянный и средний пальцы, захватываю. Они у меня держатся вот таким вот образом сейчас. То есть это у меня держит, значит, большой и указатель у меня держит одну карту, средний безымянный у меня держит другую карту. Теперь я переворачиваю эти карты. Так, давайте по новой. То есть захватили 1/4, уголочком прокрутили, перевели карту вверх, уперлись сюда средним и безымянным, перевернули назад, перевернули сюда. Теперь мы ее вращаем, эту карту, и вот таким вот образом выводим сюда. Далее я делаю вольт шарлье, эту карту верхнюю кладу вот сюда вот. Когда сделали воль шарле, разделили на две части, да, я сюда ее в центр закладываю. Остается у меня в руках одна карта. То есть я ее вот так вот большим пальцем
переворачиваю и кладу наверх. Немножечко, конечно, сложновато, попотеть придется, потому что сходу он у меня тоже не получился. Но, собственно, флориш так несложный. Итак, захватили 1/4, подушечками уперлись в уголок безымянным, средним пальцем, точнее, прокрутили, указательным подхватили. Указательным вывожу вот так вот эту карту наверх, а снизу кладу средний. То есть еще раз. Вывожу наверх, снизу кладу средний. Дальше кладу безымянный и проворачиваю вот так вот назад. Теперь, используя безымянный и средний пальцы, я стягиваю верхнюю карту. Начинаю ее вот так вот вращать и заканчиваю вращение, используя среднюю карту. То есть она у меня держалась между средним и безымянным. Сейчас я ее перевожу между указательным и безымянным. То есть у меня карта сейчас держится вот таким вот образом. Далее я делаю вольт Шарлье и закладываю в центр верхнюю карту. Далее я вторую вот эту карту переворачиваю большим пальцем и просто кладу наверх. То есть получается вот так вот. Раз. Еще раз. Раз. То есть самое главное не запутаться вот в этом вращении. И потом, когда будете переводить карту, захватываем ее вот таким вот образом. Вот так вот у нас две карты держатся. Далее делаем вольт Шарлье. Убираем эту в центр, эту переворачиваем, кладем наверх. И получается у нас милле-филле. Ну, такой вот флориш, друзья мои. Учите, тренируйте. Он вам, думаю, понравится. Обязательно, конечно же, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Если вы до сих пор там не состоите, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну и подписывайтесь на рассылку 10 редких фокусов. Там я собрал 10 классных фокусов, которые редко встречаются, но которые очень классные. Это все бесплатно. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк, и до встречи в следующих видео. Пока!